Тебе от 12 до 17 лет. Ты мечтаешь стать мэром города, открыть собственный бизнес, добиться успехов на фондовой бирже, стать главным редактором газет? Тогда прямо сейчас закажи путевку в бизнес-лагерь Академии Ростум и пакуй чемодан. Телефон 49 90 55. Телеканал «Экспресс» представляет. Всем половинный привет, у нас на концертнике пензенская группа «Красавчикс Бэнд». У микрофона автор и исполнитель песен, гитара, вокал, душа коллектива, фронтмен Сергей Мехотин. Прошу любить и жаловать. А знаете-ка что? Нарушим мы все традиции и начнем не с короткого экспресс-опроса на ТВ-экспресс, а начнем сразу с песни. Для того, чтобы понять, кто вы, с чем вас слушают, как под вас можно танцевать? Поехали, красавчикс, бэх! Hey!
красавчики, хочется сказать, после прослушанной первой композиции. И спасибо. Приступить к экспресс-опросу на ТВ-экспресс. Короткий вопрос, короткий ответ. От скромности можно умереть? Можно. Есть ли у тебя румынские корни? Ну что за маэстро Пипиеску? Ну это собирательный образ. Конечно, корней у меня нет. Это образ такой... Джек Воробей с гитарой, знаете, такой. Все вперед! Ай! На амбразуру! Сам раз и побежал за пивом. Это маэстро Пипеску. Веселый образ. Исходя из бородатого анекдота, вот красавчик с Бенд, определились вы на той стороне, где красивые, или на той стороне, где умные? Мы везде. Во всяком случае, хотим быть везде. Золотая середина возможна? Быть и умным, и красивым, вот так и та мечущая обезьяна. И туда, и сюда. Красавчик с Бенд — группа мечты. Для красавчик с Бенд невозможного нет. Во всяком случае, мы к этому стремимся. Хорошая цель, и стоит к ней стремиться. А вот шляпа на твоей голове, Сережа, это дань уважения Элтону Джону либо Михаилу Сергеевичу Боярскому? В памяти Майкла Джексона сегодня я в шляпе. Можешь ли ты сейчас вслепую сыграть на гитаре мотив самой-самой любимой твоей песни? Могу. Закрывай глаза. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Не, ну это просто. Это сыграет любой. Thank you.
На самом деле, конечно, очень нехорошо. Отчаяться не надо, даже если она не любит тебя! Захотелось воскликнуть. Вот прям захотелось закричать вообще. Владимир Кузьмин и группа «Динамик». Да, да. Нам нисколько не стыдно за эту композицию, потому что Кузьмин и группа «Динамик», особенно первый альбом послушать. Сейчас так никто не играет, не умеют так играть. И только «Красавчикс Бэнд» взяли на себя смелость и продолжают светлое дело. Володя. Мы помним, что скромность – это сильная сторона коллектива «Красавчикс Бэнд». А вот расскажи мне, пожалуйста, долго искали друг друга? Очень долго. Поэтому у нас сейчас, в данный момент, мы пишем альбом, и никак его не допишем. Первый альбом «Красавчикс Бэнд». И сегодня, вообще нас так все зовут, «Малыш и Гулливер». И у вас вот написано, я смотрю. «Малыш и Гулливер, Красавчикс Бэнд». Сегодня сюрприз. На передаче «Концертник» наша группа раз и навсегда переименовывается «Красавчикс Бэнд». Вы первые! То есть вот в истории вокально-инструментального ансамбля «Малыш и Гулливер» поставлена точка или восклицательный знак? Многоточия уже нет. Я думаю, поставлена жирная точка. Жирная точка. Давайте еще раз послушаем, не посмотрим, а послушаем на почерк коллектива «Красавчикс Бэнд». Да. Ревел промозглый ветер, пел прямо по глазам. Площадь и без зонта, она стояла там. То снег, то град, то дождь, без умолку хлестал. Одна, совсем одна, она стояла там. И ветер все сильней, и ей не отвечал тот, кто был нужен ей. То снег, то град, то дождь, без умолку хлестал. Уж приближалась ночь, она стояла там.
разбежались по домам. И вот какой курьез, она стояла там, продрогшая до слез. Он обещал прийти, назначил встречу сам. Одна, совсем одна. Песни, основанные на жизненном личном опыте. Посвящается одной очень хорошей девушке. Она уехала в Москву. Личная песня. У нас очень много личных песен, основанных на реальных событиях. Почему она сбежала из хорошей Пензы в эту пасмурную Москву? Наверное, она устала стоять там и ждать своего счастья. Много любови у тебя было в жизни? Вся жизнь – любовь. Музыка – это любовь. Не было бы любви, мы бы не стояли здесь перед вами, перед тобой. Вот, Сереж, не кумиры, а авторитеты в музыке, которые ты слушаешь. Кто для тебя? Женя. Почему не кумиры? Джон Леннон. Вот для меня личность, достойная подражания. Музыкант. Политический деятель. Джон Леннон. Но не только Джон. Вообще очень много. Очень много. И соотечественников, и классических композиторов, музыкантов классических. Ну, а давайте мы вам песни ответим. Мы вообще можем, Красавчик Бэнд может все. Мы можем отвечать на вопросы песнями. И сейчас мы исполним композицию, которая так и называется. Кто, как ты сказал, не кумир, а авторитет? Джимми Моррисон, группа Doors, Соединенные Штаты Америки. Оставил свой след в творчестве Красавчикс Бэнд. По-моему, я заговорил стихами. Поехали, чуваки. Ah,
Белые шаманы впадали в гипнотический транс. Их древние тамтамы и бубны звучали, выбивали экстаз, все пили и пели, пели и пили. Запретные двери открылись для Джимми, и он улыбнулся, и он сказал так: я только клоун, чувак. Вот так. Джимми отхлестал лошадей по глазам и отправился во бурю, в дом, который давно оставил. Дом, который давно оставил. Он прошел свой путь от начала и до конца. Мы чувствуем тебя, король ящерица. Яркое солнце, океан, зарево, марево, полево, песок шуршит под ногой. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, все начиналось именно там. Завертелось, закрутилось, дальше больше. Закончим в стиле Джима. Само! Собой! Спасибо! Продолжим разговор о детстве, о юности, о молодости. Знаешь, вот в каком ракурсе. А вот на концерт какого исполнителя, неважно, ушел он в мир иной, жив ли он, ты не пожалел бы никаких денег и купил бы билет, а вот он в Пензу приезжает, ну вот все, ты вот ждешь его. Кого ты ждешь? Я Битлз люблю. Для меня вся музыка началась с Битлз. Битлз жду. Наверное, дождусь. Пензе. Мас. А теперь поговорим уже о настоящем, о вашей фестивальной жизни. Вот участие в многочисленных фестивалях. Вы никому не отказываете? Ну, мы стараемся не говорить «нет», как в том кино всегда говорит «да». Мы стараемся фестивалить не по-детски. Вот отправили в разные стороны массу своих заявок, ждем ответов. Скоро поедем. А что фестиваль дает вот лично тебе, всему коллективу? Ну вот кроме там наигранности, кроме вот этой атмосферы, ну кроме вампиризма, впитывания энергии от зрителей, от слушателей. Ну этого уже достаточно. То есть я за тебя чего ответил, же вы да? еще-то хотите? Какие фестивали вот, музыкальные, на которых вы поучаствовали, запомнились больше всего? Ну, Грушинский фестиваль. Опа. 5 раз, но тогда мы были «Малыш и Гулливер». Хорошие люди. Был интересный фестиваль, когда мы играли. Потом «Дети солнца» был фестиваль. Здесь вот в полях, когда мы играли в «Тучи комаров». Просто вот... А комары подпевали вам? Они подпевали. И не давали нам уснуть. Мы были самой бодрой группой. А ты помнишь историю, когда Пол Маккартни давал концерт, и к нему на рояль забрался сверчок? Нет. Ну вот почти такая же, почти история, как у Битлз. У вас комары, а там сверчки. Лучше бы это были сверчки. Как у Пола. Это были комары. А нет ли желания вообще вот организовать фестиваль для красивых людей? Да все люди красивые. Кто-то душой, как красавчик Бен. Кто-то внешне очень красивый человек, как красавчик Бен. И все красивые. Красивую песню от «Красавчик с бэнд».
Вот это другое дело. Каждый раз для вас. На-на-на, все сначала. И так каждый раз. Нас ругали, бронили, хулили, дразнили, но не подавали виду мы. Продолжая играть, нас судили, приговорили, казнили, но не подавали виду мы. Продолжая играть, на-на-на, сначала и так каждый раз для вас. Бабья йо-хо, йо-йо, хо-хо, на-на-на, все сначала и так каждый раз. А потом нас любили и превозносили, в концертниках снимали, мы продолжали играть. А где-то нас боготворили, но вскоре судили, приговорили, казнили. А мы что, мы что, мы с музыкой веселее умирать? Бабья йо-хо, йо-йо, хо-хоу, на-на-на, все сначала, и так каждый раз для вас. Бабья йо-хо, йо-йо, хо-хоу, на-на-на, все сначала, и так каждый раз. Пусть нет больше пурпурных одежд, и пусть нет больше тех пластинок, но где-то они есть, где-то стоят. Мы продолжаем играть свою музыку. Мы идем на свет рампы. Группа «Красавчик с бэнд» отныне навсегда для вас, друзья. Бас-гитара Игорь Русов! Спасибо, лидер гитара Сережа Неманов. Спасибо, клавишные маракасы Кастаньет и другие спецэффекты Ник Черный. Самый молодой и прекрасный из «Красавчикс Бэнд» ударник Влад Шабанов! Он не только музыкант, он еще и актер. Он вам сыграет так, что закачаешься. Красавчик Бен не держит других. Ну, я ваш покорный слуга Сергей Михотин. Спасибо. Ну, а вместе мы не шайка-лейка, не банда, а... группа музыкантов «Красавчикс Бэнд», которые, чтобы не умереть от скуки, играют свою музыку. А вам всем спасибо за поддержку, храни вас Господь. Споем, а? Бэм йо-йо-хо, йо-йо-хо, на-на-на, все сначала, и так каждый раз для вас. Бэм йо-йо-хо, йо-йо-хо, на-на-на, все сначала, и так каждый раз для вас. О-о-о!
Здорово поехали, всех берем в группу. А меня? На подтанцовке? Ты сам напросился. Следующую песню поем вместе. Окей, договорились. И я не шучу. Договорились, все, договорились. «Красавчикс Бэнд» — это всегда живой момент. И порой мы вытворяем такое, что сами ничего не знаем. Что будет? Импровизация. У тебя такие возвышенные, нежные отношения с твоим музыкальным инструментом. Это замечательно. Как ты ласково называешь свою гитару? Моя гитара. Все остальное, ласковые слова, это только для нее. Пусть это останется моим секретом. Секрет от маэстро из «Красавчикс Бэнд», конечно, интим. Ну вот как вот звучит, согласитесь, маэстро Пипиеско и интим. Да? Неплохо, неплохо. В старости открою сеть магазинов. С таким названием? Интим магазин. Или «Красавчикс Бэнд». Это театр будет «Красавчикс Бэнд», я думаю. Дай бог, чтобы все... Ну, если доживем, если хватит сбыли. Сил. Почему бы нет? Заряжаю силами, заряжаю позитивной энергией. Вот был у Марка Захарова замечательный фильм «Формула любви». Там пытались разгадать эту самую формулу любви. Я в концертнике пытаюсь разгадать формулу творчества. Я понимаю, что это бесполезное занятие, но у каждого практически музыкального коллектива спрашиваю... Вот спрашиваю теперь у вас, у тебя... А как рождается не песня, а композиция, история даже, сказал бы. Вот что, стихи вначале, музыка, как ранжировки? Это интересный вопрос. Интересный вопрос очень. А по-разному, знаете. Вообще песни рождаются, композиции по-разному. Бывает, есть текст, написан текст, на него накладывается музыка. Бывает наоборот, есть музыка, на нее пишется текст. Бывает, половина есть музыки, такой этюд. А бывает и немного текста, совершенно из разных направлений. И все это потом все вместе, и получается очень неплохо. Сколько процентов здесь тебя и сколько процентов ребят? Скромно ответь на вопрос, пожалуйста. Сложный вопрос. Я не математик, я не считал. Но наверное, это даже не ко мне вопрос, а вот со стороны-то оно виднее. Это со стороны виднее. Мне кажется, что... вот. Аранжировки делаем мы все вместе. Все вместе. Это наш стиль. Спорите? Наш почерк. Порой очень жестко. Порой бывает так, что... Да ну и в этот «Красавчикс Бэнд» вообще. Все. Все. Эх, все. Эх, сейчас я такой вопрос задам, мол, в лоб тебе. А потом все сначала. Посмотри, Серега. Все сначала и так каждый раз. А не было никогда желания вот лично у тебя, пройдя через историю с «Малышом и Гулливером», вот «Красавчикс Бэнд», вот изменить звучание вашего, а не только твоего коллектива, до неузнаваемости. Ну, разве вы ничего не слышите? Это же совсем новый коллектив, это же совсем другие песни. Здесь влияние массы музыкантов, которых я даже не слышал прежде. Вот, и каждый с своей душой. Какой процент? Откуда, кто же его подсчитает, этот процент? Какой компьютер его может посчитать? Каждый приносит свое, и стоит на своем. И вот, казалось бы, хорошо бы, если бы мы все были одинаковые, было бы легче, правильно? Ну, двигаться вперед, играть свой музон. Ну, как Битлы. Они же даже отпуска проводили вместе. Они были неразлучны. А мы все разные. У нас... И поэтому такие жаркие споры. Но когда мы хотим одного, как группа, тогда, ну, я думаю, нас будет невозможно красавчики, удержать. Красавчики! Пообещал, ловлю на слове, хочу петь. И танцевать, и желательно. Что я должен делать? Вот здесь, Павел, вот здесь находиться ты должен. Ник черный, дай-ка ему маракасик. Вот, в такт. Это, кстати, очень сложно. Так. Держи. Мы исполним композицию, которая так и называется. Ты, красавчикс, Бэнд. Берем группу, Пашку. Песня жесткая. Подпевай со мной в самом конце. А просто так, понеслась. Музыканта друга, но не суперстар. Тебе душно, тесно, продвижения нет. Значит, твое место у нас красавчик. Париться не будет.
Миша, верный Паша, ты красавчик, Сбер! Сущий бред, нам уже не важно. Ты красавчик, Сбен, да? Да порой бывает, все мы просто в щи. Красавчик Сбен, алло, концертник, где вы? Ищи свищи. А пройдет похмелье, зазвучит куплет, и с новой силой, с задором, весельем для вас, красавчик Сбен. Ты уже не молод, но еще не стар. Как-то. Надо выдохнуть после всего этого. Ты мало спел. И продолжить нашу высокоинтеллектуальную беседу. Ведь не каждый пензенский рок-коллектив может похвастаться почетной грамотой от Министерства культуры Пензенской области за песню «Наша Родина, Пензенский край». А у нас есть такая, да? Серьезно? Есть, есть. Есть, да? А патриотизм не чужд вообще красавчик с бэнду? Ну, наша родина Пензенский край. Можете песню на заказ написать? Да. Легко. Вот, Сереж, вот, и знаешь, сумма за песню будет еще более вдохновение у маэстро и у всего красавчик с бэнду. Хотя говорят, что деньги – это ничто, главное – вдохновение. Талант не купишь? Да. Да купишь. Чушь собачья. Это говорят продюсеры, которые хотят набить карманы деньгами, обворовывая тем самым бедных музыкантов. Красавчик Сбен не для этого. Они бедные, но гордые и скромные музыканты. Ну, что значит бедные, бедные? Ну, идите, посмотрите, на чем приехал Красавчик Сбен. Беру свои слова обратно. Я видел эту машину, видел этот автомобиль. А вот раньше таким вот клеймом было, ну вот кабацкий лабух. А по мне-то, я знаю прекрасно, что вот через ресторан все прошли. Ну все вот советские, российские музыканты, западные. Вот на свадьбе или на юбилее не западло красавчик с бэнду сыграть? Не западло, если это будет программа из наших вещей и из кавер-версий, которые мы... с удовольствием сделаем. Зовут? На свадьбу давно не играл. Врать не буду. Но некоторые из красавчик Сбенд с успехом лобают. Не будем показывать пальцы. Господа телезрители, есть уникальная возможность пригласить к себе на торжество этот замечательный коллектив. И специально для вас. Специально для вашего столика. Композиция от «Красавчикс Бэнд». Заблудишься, Брюс, мы же не играем. Ты же покуровни. Еле-еле-еле
Ой, чувствую, скоро сорвусь за вашим столиком. Эй, я заблудившийся блюз, не прозвучавший гость. Меня поставил на паузу трус в твоей голове, в моей голове. Я уже не вернусь, я никогда не найдусь. Сам перекрыл себе шлюз, когда-то твой, теперь чужой. Заблудившийся, бля! Заблудившийся блюз, еле-еле-еле плетусь, едва пробивается путь. Подвигать песни у нас минуту и по 2,5. Ну, максимум 2,45. Ну, мы немножко так сокращаем по возможности. Выкидываем там. Сережа, барабанную дробь, прошу вас. Есть традиция у концертника. Это эстафетная палочка вопросов, когда участник одного концертника задает свой вопрос участнику следующего концертника. Группа «Бригадный подряд» адресует свой вопрос тебе, Сереж. Привет тебе, следующий участник программы «Концертник». Вопрос такой. До какой степени может в нашей стране развиться толерантность? Ну, ты знаешь, может быть, ты не готов отвечать за всю страну, а вот где лично в тебе та грань, когда ты сам себе станешь... Я сразу отвечу, до полного безобразия в этой стране может толерантность развиться. Вот. Я все понял. Ну и тогда закрепить, подкрепить толерантной песней? А то как? Или безобразной? Нет, толерантной. Как ребятки просили, так и будет им сейчас. Следующая композиция. У нас очень много песен, которые посвящаются. Посвящаются вот как раз толерантным ребятам, бригадному подряду, Красавчикс Бэнд. Всем, кто сочиняет свою музыку. Тем людям, известным, безвестным, но тем, кто занимается собственным творчеством. Об этом песня. Она называется «Весь я никогда не умру». Весь я, да. Возможно, что-то знакомое, да? Такие
вещи я исполняю без головного убора. Нет, здесь я никогда не умру, останусь в нотах и стихах, в простых аккордах на ладах, в рисунке ритма, плач и струн, останусь жив, смел, рез и юн. Нет, здесь я никогда не умру, никогда не умру. Господа, когда ждать от вас вашего альбома? Новых чудес? Да. Новый альбом выйдет у нас... Вообще он должен был выйти в конце мая. Но так как Красавчикс Бэнд, как вам сказать, это такие виртуозы, виртуозы... Трепетно относятся к своему творчеству. Очень трепетно, как будто пишут самый последний альбом в своей жизни. Но он выйдет в двух форматах. Это триплет-альбом, ну и CD-диск, MP3, MP4, там же, это уже не два, по-моему, формата, а больше. Он выйдет. На грампластинку потом допечатаем. Ловлю на слове, вы нам поможете. Задокументировано. Свидетелям. После такой замечательной песни хочется сказать одно. Творите, занимайтесь творчеством, будьте такими же добрыми и позитивными людьми, как Красавчикс Бэнд. И вы будете жить в веках. Огромное спасибо.